соответствии с законом на муниципальную службу могут поступить граждане, достигшие 18-летнего возраста, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие ряду четких квалификационных требований. Квалификационные требования также установлены законом. Ну, в том числе это требования к уровню профессионального образования, наличию стажа муниципальной службы или работы по определенной специальности. Кроме того, есть ряд ограничений, которые установлены законом, статьей 13, и при их наличии гражданин не может поступить на муниципальную службу. Ограничением для приема на муниципальную службу является возраст свыше 65 лет, признание соискателя по решению суда, вступившему в законную силу, недееспособным или ограниченно дееспособным, отказ от оформления допуска к государственной тайне, прекращение гражданства Российской Федерации, предоставление подложных документов или заведомо ложных сведений о себе. Кроме того, необходимо соответствовать требованиям по состоянию здоровья. Для этого перед поступлением на муниципальную службу гражданин проходит медицинское освидетельствование. Те заболевания, которые препятствуют поступлению на службу, установлены приказом Минздравсоцразвития номер 984Н от 14 декабря 2009 года. Они включают в себя различные психические расстройства, расстройства поведения и болезни нервной системы. Такой внимательный подход к отбору кандидатов на муниципальную службу легко объясним. От профессионализма и ответственности муниципальных служащих во многом зависит качество жизни не только в конкретном населенном пункте, но и в государстве в целом. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».